получил паечку, да? Все, да. На месяц вперед. Нам прислали дары. Завтра пришел. Твои мишленовские опять. Просим, просим. Да ты не нюхай, ты ешь. Ложечка. Ну, это ужас. А блядь, ты как они в стопе полежат? Как их взять, брат? Молча. Я не виноват. Я смотрю на Вову, что-то тоже свое удовольствие, глаза-то не выдают. Без энтузиазма. Руслан, ты же сказал, любишь овсянку. Я ее съем. А что? Соль, пожалуйста. Кашки. Мы долго гадали, что это. Трофим, бежи. Не, поросят лучше кормлю. Подцы витаминок. Я туда хоть витамины добавляю. Гениально. Ну как ты думаешь? Попробуй. У нас у всех начало было бодрое, а потом вот так, движения ложки все замедлялись и замедлялись. Ну стало народу все меньше и меньше. Ну твое же мнение жду, давай. Нету слов. Поросят лучше кормлю. Поросят лучше едят. Что вас смутило? Ох, какая. Это знаешь что? Это вот эта щетка, губка, которая, ну, сковородки отмывать, железная. Первый у нас, кто сам себе контрольный хочет сделать. Быстро. Игорь, я не буду. Соль, делай контрольный, А вдруг ты это самое? Не по очереди, потом будет. Давай, что ли? Давай. Куда? Чего ты? Шею. Так ты поближе. Да нормально. Как нормально. Нифига себе, 88, 36, 4. А, все. Ну, я много погуляю, иди. Погуляй. На улицу выйдем. А я тебе говорил витаминками, да не злорадствуй. 36,2. Остывает. Все постывает, повышает. Тихо. Все, согласны вы в горести и радости. Хотя целуйтесь. Нормально, смотри, первый раз 36,2, второй раз 36,4. Нет. 36,5, видишь? И? Ты какое выбираешь? Сколько там? Ну, 36,5. Жалобы на соседей есть? Хулиганы. Документ. Тут надо вот все вот самому. У тебя с собой-то хоть есть какие-то документы? Есть. Покажи. Усы. Хвост, вот мои документы. Так. What the fuck is this? Здесь надо обозначить, что здесь в кустах Микки Мауса живут. Неимоверных размеров.
главное, все стерильно. Третий рабочий день. Андрей Николаевич, у вас пролежни уже есть? Нет, 4 есть. Ответьте. Рано. Рано, рано. На пятый, наверное, пойдут. Вверх уже стрим еще. Берем, берем от стиралки двигатель, и ты будешь потихоньку переворачиваться. Вот один Владимир Иванович у нас с документами работает. Олег Николаевич уже тут уже как кормилец, да, пришел. Кормилец пришел, парни. О, вешали. Да, да, да. Пахнет вкусно. Сегодня гороховый суп. Пюрешка на молоке по-любому. На молоке. Да. Ну даже нифига себе, тут кусок-то мяса-то какой-то. Доедеть можно, это щетка. Володя себе наваристый сделал так. Только покажи мясо. Мы мясо не видели здесь. Блин, да я уже вон его расколотил. Видишь, вон. Это не мясо. О, вон, видишь? Тушеночка. О, вау, 73-го года выпуска. Ох. Солидоль еще. Солидольская, да? Солидол. Трубки варишь, саму банку не открывай, а потом ешь. Раз, два, три. Серьезные веса у вас, да? Раз, два, взял. Все. Пошел. Давай, шли, шми, давай, давай, давай. Все, защита. Педали кручу, с горы, с горы, с горы, как птица лечу, спешу, спешу. Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат, ты агрегат, Дуся, на 100 киловатт. Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат, ты агрегат, Дуся, на 100 киловатт. Владимир Иванович, вы что несете? Я несу тортик! Что? Тортик, твою мать! Будем узнать. Все кушаете, да, парни? Вкусно, небось, да? Да, что поделать, такое желание. Сегодня макарошки с курочкой. Курочки и салатик. И салатик, да? Да. Весенняя свежесть. Огурчик еще. Будете? Сейчас подожди. За волю, за судьбу, за долю.
за самых преданных людей. За волю, за судьбу, за долю, за верных подруг и друзей.